Добрый день. Сегодня мы разобрали рейку рулевую на Range Rover 405. Ну или от Спарта, не знаю, какая первая нам попалась. Вот. Решили посмотреть, что внутри. Так. Здесь, где выходит вал, идет датчик. Думаю, может он в дальнейшем будет окисляться, могут он начаться проблемы. Но больше всего нас интересовал моторчик. Из чего он состоит? В принципе, самая простейшая здесь конструкция. Мы его плотником капитально разобрали. Вращает обычный ремешок. Ремешок может со временем рваться, потому что здесь вот уже видно, пошло расслоение. Ремни эти есть, говорят, отдельно, новые. Вот сам мотор, как выглядит изнутри. Два магнита. Запрессованные подшипнички. Ну и обмотка, как на любом электродвигателе. Рейку мы разобрали с правого руля. Нам особо ее поэтому было и не жалко. Но моторчики у них, получается, все одинаковые. Вот это защищает, получается, датчик положения рейки, или как он более правильно называется. Все, пишите, если кому что интересно, можем еще что-нибудь разобрать, показать, как это устроено.